Что бежишь, там либо бегут, туда, либо вот что стрелят и постоянно да. бегают. Это да. и опасно, но это и неудобно. Да. Пожалуйста, уважаемые депутаты, вопрос. Депутаты вообще не возражают. Странно, почему так вообще сделали. Да. Ну, пусть они так теперь свои ошибки исправляют. У муниципальных депутатов мы обязательно, наверное, подготовим обращение с такой просьбой, потому что у нас есть право обратиться с инициативой в органы исполнительной власти о переносе остановки, потому что конкретно вот так, чтобы мы, депутаты, приняли ее, тут же перенесли, такого нет. Да, вот поэтому Совет депутатов выписку из протокола сегодняшнего направит в соответствующие органы исполнительной власти города Москвы с просьбой поддержать данное решение в связи с многочисленными обращениями жителей района. Вы знаете, было бы это очень хорошо. И даже если вы сами отправите это естественно, мы сами отправим. Мы даже вы же к нам пришли. И не надеялись на то, чтобы мы... Нам было бы достаточно бумаги, то, что вы просто поддерживаете. Нет, нет, мы поддерживаем и направим все как положено. По результатам мы напишем, что это было рассмотрено на заседании Совета депутатов, что у нас многочисленные обращения жителей, и все отправим, конечно же. Хорошо, спасибо большое. Вас проинформируют дополнительно, когда нам ответят по данному обращению, мы вас проинформируем о результатах. Вы знаете, здесь еще есть момент такой, то что если получится с этой остановкой, то по большому счету вдоль вот этого вот маршрута есть еще там пару точно таких же ситуаций, которые тоже неплохо было бы порешать. Ну, может быть, тогда комплекс тогда меньше отправишь. Смысл несерьезно. Может быть, с одной остановкой сначала попробовать. Наша территория, Чертаново-центральная. Только можно нашу территорию рассматривать. Это уже следующая территория. Давайте попробуем с этим. Уважаемые депутаты, нет больше вопросов. Нет, все, тогда большое спасибо. Вам большое спасибо.